Приветище! Это Супраленд, и это означает, что мы находимся в маленькой песочнице, которой управляет бог-ребенок. Он, кстати, где-то сейчас здесь наблюдает за нами. Я его, правда, не вижу. Наверное, он отошел на обед. Из прошлой серии, как ты помнишь, мы достали МакГаффин. Вот он. Он пуляет вот такими вот фаербольчиками огненными. Чтобы продвинуться по сюжетной линии, мама сказала, чтобы мы нашли еще и синий МакГаффин. Но прежде чем мы этим займемся, мы отправимся в эту трубу, где мы встретили синих чуваков, которые перекрыли нам холодную воду. Или горячую, ну неважно, в общем, воду они нам перекрыли. Почему мы сюда с тобой вернулись? Потому что очень много комментариев было о том, что здесь есть секретка, которую я пропустил. Сейчас-то мы ее и будем отыскивать. Ага, ты глянь, проход-то запилили, теперь туда не пройти. Но мы можем пролезть через трубу. Да, ты говорил, что если я залезу в трубу, она приведет меня к сундуку. Где же сундучок? Сундучок, ты где? Я ничего не вижу. Смотри-ка, куда это мы вылезли? Секретная зона. И мы достижение получили, действительно здесь сундук. Спасибо за этот комментарий, мы получили максимальное здоровье плюс 5. Шикарно. Я видел, кстати, когда мы сюда ползли, еще одно секретное место. Сейчас, я тебе покажу. Не знаю, правда, есть там что или нет. Вот мы вылазим из трубы, и смотри, вон туда можно наверх забраться. Давай попробуем. Благо у нас есть трипл прыжок. Всегда было страшно находиться в этом подвальчике. Здесь делают человечков. Ага, я как знал, что здесь еще один есть секретный сундук. Сколько монет. Шикарно. Ну все, в принципе, здесь вроде бы все. Если не все, то напиши об этом в комментариях. А мы выползаем с тобой на поверхность. Опачки. Здорово, бать. Как дела? А что ты с ведрами-то стр... А, воды же нет, забыл. Шутка, я разберусь, бать, разберусь. Значит так, нам еще нужно одно секретное место. Оно находится вот здесь, недаром тут рычажок. Вот так вот. И при помощи дабл-прыжка запрыгиваем вот сюда. Что у нас здесь? Еще монетки? Да куда ж столько монет? Мне даже купить на них нечего. У торгаша, вон, абсолютно все скупили, ничего нет. Осталась, кстати, одна бочечка, где же ее раздобыть? Ну вот мы пришли, куда я хотел тебя привести. Ты помнишь это место? Именно здесь мы достали МакГаффин. Дело в том, что мы не все эти загадки с тобой решили. И как ты понимаешь, нам нужно их решить. Первая из них — это загадочный вентиль. Красный вентиль. Мы сейчас поднимемся с тобой наверх и разберемся, что там к чему. Что же скрывает этот загадочный красный вентиль? Что мы здесь найдем с тобой? Есть зеленая кнопочка, на которой написано 2. Нажимаем ее, она открывает ворота. У нас есть буквально 2 секунды, чтобы пробежать в те ворота. Успеем, не успеем. А что, если мы кинем туда куб? Мы просто физически не успеваем даже кинуть туда куб. Ладно, соберем монеточки и вернемся к нашему рычажку. Какие есть предположения? Мы можем, в принципе, спрыгнуть. Точно! Смотри, там, оказывается, есть горочка, по которой мы можем скатиться. Значит, делаем вот так вот. Нажимаем. Просто... Нет, явно эта горочка не для нас. Значит, нужно туда забубенить куб. Как мы это с тобой делаем? Просто... Слушай, а чего если мы сделаем вот так, смотри. Кидаем вот сюда кубик. И он под наклоном сюда спустится. Все элементарно и просто. Пока наш магический куб там просто офигевает. Его колбасит конкретно. Нажимаем кнопочку. И он должен туда скатиться. О, да, у нас получилось. Е-е-е-е-е. Классно. Значит, пролазим. Ух ты, как здесь красочно и классно. Секретная зона. Я могу кристаллички пособирать, а потом продать? Ящики не бьются. Об этом я уже, кстати, знал, но все равно попробовал. Что у нас тут? О, святой меч. Серьезно? Как? Уничтожает деревянные надгробия. Теперь вы можете уничтожать деревянные надгробия, чтобы враги больше не возрождались возле них. Офигенно, теперь враги не будут спавниться постоянно. Давай попробуем отыскать какой-нибудь надгробный крест и уничтожить его при помощи моего святого меча. Во, нашел. Ну-ка, проверим. Действительно, еще и монетки за это дают. Ух, чума. Опачки, смотри, кого мы здесь встретили. Эй. Привет. Че расскажешь? Подожди, мы ему отдали 3 штуки, чего-то 3 осталось. В том направлении есть еще одна ракушка. А, да к ракушке тебе нужно принести. У него полное ведро ракушек, ты глянь только. После того, как мы принесем ему ракушки, он откроет свой склад, и там явно что-то есть. Я открою тебе дверь в этот дом, если ты найдешь все магические ракушки в этой области и принесешь их мне. Все ясно, чувак. Я найду эти ракушки. Я не я, если не найду. Так, где мы, значит, еще не были?
А не были мы только вон там, где огромные кактусы. Ну и, кстати, вот сюда мы еще не ходили. Значит, есть вариант туда пойти или туда. Пойдем направо. Пойдем направо, посмотрим, что у нас тут. Ух, какие кактусы. Вижу провод. Провод активирует батут. Сейчас он не активирован. Значит, нужно где-то нажать кнопочку. А кнопочка у нас находится на кактусе. Нифига себе, как ее туда разместили-то. Кажется, я понял, в чем здесь фишка. Здесь паркурить нужно по кактусам. Мне это как-то лениво. Давай-ка мы попробуем с тобой считерить, так сказать. Даже не считерить, а схитрить. Запрыгиваем на этот кактус. Ставим здесь кубик. И попробуем сейчас допрыгнуть до кнопочки. Да, я могу ее так нажать. Я могу. Я знаю, что могу. Так. Есть! Нажал! Нажал! Активировал! Ура! Бежим быстрее! One, two, three! Уии, полетели! Блин! Вовремя! Я нажал тройной прыжок! Еще один сундучок! Что это такое? Не понял. Что это за месяц такой? Даже нет никакого обозначения. Возьмем. Красная луна. Ценная вещица. Наверное, ее можно где-нибудь использовать. Только где? Вопрос на века. Мы вернулись с тобой к развилке, теперь побежим вот сюда. Мне кажется, что эта тропинка нас приведет в тупик. Что это, пещерка? О, ракушка. Мне они нужны. Осталось еще две ракушки найти. Где бы они могли быть? Ах, да, мы же совсем забыли вот про вот эту вот лазеечку небольшую. Где нужно было пульнуть нашим МакГаффином. О, сундук и еще одна ракушка. Сердечко, плюс 5, у меня теперь здоровье уже 62. Куда столько много? Итак, чтобы закончить в этой локации все, нам осталось найти последнюю ракушечку. И вот она, ты посмотри, она прям под деревом валялась. Офигеть. Так, не лезь ко мне. А я тебя сейчас... Ах ты, негодяй. Хотел кубиком его разнести, но не получилось. Ну что, чувачок, я принес оставшиеся 3, держи. Ой, труба еще куда-то ведет. Ладно, открываем сундук. Пушка, урон плюс 5. Нифига себе, у нас дамаг у МакГаффина поднялся. Ура! Теперь ваша пушка наносит на 5 урона больше. Ну что, Марио, пойдем проверим, куда эта труба ведет. Папа. Ой! Help me! Нифига себе! О! Да ну нафиг, там бы, может, предупреждение какое было возле этой трубы. Например, опасно или варнинг. А где ты, чувак? Куда он бежал? Я ему хотел сказать, что он безответственен. Меня там размозжили, и во всем это он виноват. Ракушки даже оставил. Убежал просто. В общем, в эту трубу нам пока как-то рановато лезть. Пойдем вот сюда. Именно здесь мы нашли с тобой модификацию для куба, чтобы подрывать скелетов. Например, вот таким макаром. Любимая моя вещица. Я обожаю это просто делать. Но в прошлый раз мы по этой тропинке не дошли. Так что давай посмотрим, куда же она все-таки нас приведет. О, какой огроменный кусок золота. Жалко, оторвать нельзя. О, вот мы и взобрались сюда. А вон он и сундучок. Так, теперь нужно грамотно туда как-то прыгнуть. Ладно, давай рискнем. О, получилось! Ништяк. Еще плюс 5 здоровья. Ладно, все-таки решил рискнуть и зайти сюда. Еще разок посмотри, что там. Взрываем это вулканическое создание. Есть, успел. А где монеточки, я не понял. Монетки? Пожалуйста, верните монетки мне. Так эта труба нас вывела обратно во вторую локацию. Все, я понял. Вот она, открылась эта труба. Во второй локации мы еще очень много загадок с тобой не решили. Например, вон там вот ключик лежит. Он от какой-то двери явно. Кстати, вот замок. По-любому этот ключ от этого замка. Нам нужно туда каким-то макаром забраться. Я вижу здесь провод, который ведет к этой кнопочке. У нас ровно 1 секунда, да? Ровно 1 секунда, чтобы попасть на этот батут. Подожди, а может быть... Нам не нужно попасть на этот батут, нам нужно поставить сюда куб. Давай пробнем. О, да! Вот и достали мы ключик. Забираем. Ой, тащить надо. Сейчас мы этот ключик ставим. А там как бы опасно очень, это же там лавовая штука всякая. И здесь нарисовано, что падать туда как бы нежелательно. Давай скинем туда куб, посмотрим, что с ним будет.
Ну, как бы... А если я на куб теперь прыгну? На куб, на куб, на куб. Ух, как здесь жарко, слушай. Ну, проход-то тут есть. Я смог! Я смог пройти. Потолки огроменные. Просто очень огроменные. Надеюсь, здесь нет никаких пещерных гигантов, которые меня сейчас хавают. Очень темно, я ни черта не вижу. Опять здесь еще какие-то иероглифы. Словно здесь индейцы майя живут. Скинем кубик, посмотрим, что там. Там, туда вроде нельзя падать, да, нежелательно. Я понял. Проходим, значит, по мостику. Блин, да здесь лабиринт какой-то, слушай. Вот капец, не люблю лабиринты, я их ненавижу. О, проход вижу. Проходик. Здесь надо будет перепрыгнуть. Кажется, мы дошли. Есть, мы дошли. Наконец-то свет. Что же здесь? Здесь сундук. И чувачок. Чувак, что с тобой? Мы забрали шапку юного искателя приключений. Этот несчастный юный искатель приключений погиб, сражаясь с чем-то вроде бабочки. О боже. Вы забираете его глупую зеленую шапку. Сувениры павших героев хранятся у вас дома. Ну хорошо, а бабочку могу? Бабочка причем прилипла на меч и все. Чувак, я же такой же искатель приключений, как ты. Неужели меня ждет такая же участь? Нет, я не хочу так. Что в сундуке? В сундуке меч урон плюс 3. Сколько у нас теперь? Меч у нас теперь наносит 12 дамага. Это довольно мощно. А что так потемнело-то? Сим-сим, откройся. А, не успеваем, кубик надо поставить. Куда это мы с тобой вылезли? Подожди. Неужели это наш подвал? Действительно. Мы пришли в свой подвал. Офигеть. О, вот она, лазейка еще одна была. Мы могли туда пробраться? Все ясно. Сейчас я ребятам расскажу такое. Чуваки, вы в курсе, что у нас в подвале столько секреток и столько тайных проходов? По-моему, всем по барабану. Перед кем я только распинаюсь? Блин, у меня мешочек заполнился золотом. Мест нету. И куда теперь эти деньги все сбагрить? Беда, беда. Ладно, бежим тогда к мамуле. О, а что это за кнопочка? Ну-ка. Батут активировали. И куда она спульнет? Во-о-о-о! Хо-хо! Нифига себе! Я в первую локацию вернулся, да что ж такое-то? О, сундук! Ты видел сундук? Этот сундук вон там. Вон он. Сейчас мы до него доберемся. Вон он, этот сундук. Значит, колдуем кубик. Нам надо чуть повыше взобраться. И давай попробуем. Нет, не получается. Не получается, значит, надо с другого места как-то. Ладно, давай попробуем с этого места последний раз. Поставим только куб вот сюда, на краешек. Вот так. Ну что, погнали? Давай. Получилось. Получилось, ты прикинь. Что же в этом сундуке? О, радиус обрушения плюс 50 сантиметров. Чего? Непонятно какая-то фигурина, но давай возьмем. Сейчас почитаем. Добавляет 50 сантиметров к радиусу обрушения. Текущий радиус 2,5 метров. А что это значит? Неужели дальше будут на меня какие-то валуны падать? Маман, я вернулся! Мы пока не можем пройти, дорогой. Тебе нужно найти два сюжетно важных предмета возле синего и фиолетового кристалла. Затем возвращайся ко мне. А, то есть мне даже не МакГаффин нужно найти. Указатели нам показывают, что фиолетовый кристалл вон там. Пойдем посмотрим, что нам нужно для него, потому что пройти туда мы не можем. Надеюсь, эти ворота достаточно прочные, чтобы удержать гремучий ужас. Что же там? Мне уже стало любопытно, какой гремучий ужас там может скрываться. Значит так, туда нам не попасть. Хотя, может, по отвертке как-то можно? Не, навряд ли. Ну ладно, пойдем тогда к синему кристаллу. Но сперва хочу посмотреть, что это такое. Че это на камне за фигулины? А, сюда надо вставлять красный осколок луны. Ты глянь, все-таки не зря я там бродил. Один кусочек я вставил, осталось еще 3. Ой, даже не 3, 4, 5. 5 осколков таких найти. Ладно, пошли к синему кристаллу, посмотрим, что у нас там творится. У синего кристалла ворота тоже закрыты. Но открыть их легче некуда. Нужно просто попасть вон туда. МакГаффин, конечно, мне, наверное, не поможет, да. Он не поможет. Нужно туда запульнуть как-то синий куб.
А что это за ерундовин такая? А, это левитирующая платформа. Туда нужно как-то взобраться, чтобы она нас довезла вот до этой кнопочки. Я вижу проводочек, который идет вон туда. Ну-ка, пойдем глянем, куда он идет. Вот сюда. Ничего ж здесь система ниппель. Нужно активировать вначале вот этот телевизор, потом проводок идет вон туда, там тоже нужно что-то активировать. И потом только активируется левитирующая платформа, я так понял, да? А, у меня сейчас башка взорвется, как это сложно. Весь прикол, что я даже не знаю, что сюда нужно положить. Может, пульнуть как-то? Не, это не помогает. Ладно, пойдем искать инструмент в этой локации. Поднимемся вот сюда. К нашему страшненькому троллю-скелету. Какие ужасные лесенки. Чё ты махаешь? У меня есть пукалка. Смотри, как я тебя сейчас разнесу. Ха! Ого! Ты чё, джедай, что ли? Нифига себе, он своим щитом отбивает мои фаерболы. Офигел совсем. Опа. А это кто? Дружище, а ты-то кто? Волосы Хехмена. Вы украли волосы легендарного воителя Хехмена. По аккуратно подстриженным кончикам вы понимаете, что он только что вышел из парикмахерской и споткнулся по пути домой. Грустно. Когда вы оборачиваетесь, вы замечаете, что без волос он выглядит очень глупо. Ну, во-первых, я ничего не крал. Ему уже пофиг, ему ничего не надо, поэтому я просто взял. А во-вторых, он реально выглядит без волос глупо. Чувак, я буду помнить тебя. Спасибо за парик. А я погнал дальше. Значит, мы можем отсюда вот запрыгнуть вон туда этого. Прыгаем сюда. И мы можем, видимо, поехать. Поехали! Но не поедем, потому что не активировали вон те штуки. Пойдем сходим вон до той башни. Там вон тоже левитирующая платформа есть. И наверху какая-то штука. Надеюсь, что эта платформа рабочая. Подними меня. Да что ж такое-то, нифига не работает. Капец. О! Похоже, знаешь на что? Вот эта штука, это какой-то приемник. Или наоборот, антенна, которая посылает сигнал. Проводок идет вот сюда. Давай-ка пульнем. Активировали антенну и заработала наша платформа. Отлично, сейчас-то мы туда поднимемся. Она опустится? Подождите. А как? Опустись, пожалуйста. Ну, что за дела? А можно это как-то отключить, пожалуйста? О, я, кажется, это и отключать могу. Круто! Сейчас. Запрыгиваем, значит, сюда. Теперь нам нужно пульнуть отсюда оттуда и... Короче, эта штука работает как переключатель. Мы поднялись наверх. Здесь есть батарейка. Батареечка моя. Ты посмотри, батареечка-то сюда подходит. Мы активировали вот эту лампочку, телевизор, как я говорил ранее. И можем теперь пульнуть туда. Весь прикол в том, что если я туда пульну, то платформа поедет. Без меня причем. Ладно, давай попробуем. Да, платформа доехала. Есть у меня один вариантик. Смотри, что мы сейчас сделаем. Ты уже догадался, да? Мы сейчас туда поставим куб. Поставим его вот прям вот тут вот с краешку, чтобы когда платформа подъехала, куб нажал на эту кнопку. Давай прям вот здесь вот. Вот так вот. Я думаю, что это сработает. Давай, кубик. Вся надежда только на тебя. Ну же, ну же. Да, сработало. Обалденно. Синий кристалл, жди меня.